Я болею коронавирусом. Чё? Это ложь. Ну, пожалуйста. Я сделаю тату с именем своей девушки. Окей. Крутая татушка получилась. Ты будешь богатым. Я тоже буду богатым. Слушай, займи денег. Я в отличной форме. Ты добавишься ко мне и оставишь комментарий. Здрасте. Доставка животных. Здрасте. Так, сейчас. Вот, это Дусечка, знакомьтесь. Но это игрушка, где животное? Посмотрите в зеркало. Ром, покажи фокус. Окей, смотри, видишь монетку? Так. Так, ой, блин, подожди. Из-под телох. Смотри, смотри, смотри. Исчезла, она здесь, она уже здесь. Вау. Смотри, видишь монетку? Ага. Держи, проверь, проверь. Исчезла, она у тебя за ухом уже просто. О, монетка. Ром, научи фокусу. Окей, смотри, видишь резинку? Так. Сейчас она перелетит с этих двух пальцев на эти. Опа. Да ладно. Надеваем резинку на два пальца, затем делаем вот так вот и просто отпускаем. Опа! Ром, а научи фокуса. Окей, смотри. Делаем так, делаем так. Просто заменяем пальцы. Это правда ты, покажи фокус. Окей, смотри. Берем красный платочек, засунем к себе в кулак, и сейчас он исчезнет. Раз, два, три. Безумно можно быть первым. Пойдем пранковать. Сань, смотри прикол. Круто, да? Иди. Оно деревянное, да, попробуй. Пранки постановочные. Но грязнутые по-настоящему. Черт, я хочу так же. Всем привет, мы начинаем новый сезон Орел и Решка. Магия. Без рук, без рук. Камера улетает. Бутылка со $100. Стоп, ведущий фокусник? Чё за бред? Слышь, чмо, где мои бабки? Какие бабки? Ты мне 5 косарей должен. А, окей. О, настоящие, не фальшивые? Ром, заставь бутылку исчезнуть. Окей. А где она? Сядь сюда. Привет, хочешь научиться крутому фокусу с появлением маски? Все просто, берем маску и прячем ее в руку. Затем растягиваем платок и можно показывать сам фокус. Раз, два, три. Берегите свое здоровье.